Ребятки, всем привет! У нас полуфинал Shadow Fight 3. У нас уже остался чисто пройти тень, которого я пока что не могу победить, потому что наш тень стал пидорасом. Да, ребят, он стал таким, он стал злым, он стал плохим. Короче, плохишок, короче, мамка его не воспитывала. Что, собственно говоря, мы делаем? Нам надо поднакопить немножко силы. Немножко силы надо поднакопить, чтобы дать ему пизды. И напомнить, кто победил Титана. Не он победил Титана, а мы победили Титана. Только сначала нам надо сейчас вот одних чмошников поиметь. Ах ты, падла. Ля-ля, крыса. Знаете. Нас, сука. Так, ребят, я сделал звук чуть-чуть погромче. Погромче. Блять, ну... Я не понял юмор, она по яйцам. На тебе, падла. На, по коленке. Иди по коленку себе полечи, падла. Раунд 3. Айрон. Айрон. Это что-то из трансформеров вроде был Айрон. Если я не ошибаюсь. Ага. Ну что ты мне кидаешь? Ты что, кидалова? Ты кидалова? Девочка. Девочка кидалова. Девочка кидалова, не трогайте меня, я вас не трогал. Да... Уйди от меня, девочка кидалова. Задрала меня уже. Ты вообще что ли тупая, а? О, Мигера. Мигера. Мигерам не место в турнирах выживания. На тебе ногой животик. Иди полежи. Так, нам надо выжить. Нам надо выжить. Мы обязаны выжить просто. Просто на тебе, падла. На. Следующего давай мне. Это перфект. Нет? Не перфект? Ну ладно. О, мой любимый. Здесь мы можем, ребят, и не выжить. На тебе, падла. На тебе, все. Замечательно. Вынесли просто на изи, на изи. Но этого мало. Поэтому давайте-ка еще разок. И пойдем с вами дальше. Можно 400 теневухи собрать. В принципе, нормально, почему нет? Не забывайте, ребят, подписываться на канал, подписывайтесь. Сегодня, кстати, возможно, будет стрим. Честно говоря, сегодня я не знаю, будет, не будет, но я постараюсь, ребят, ради вас я постараюсь сделать все возможное, чтобы этот стрим был. Так. Тебя, падла, сразу... Опа-на! 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 Ты, падла! Опа! Свали нахер отсюда! Ох, чувствую, сейчас меня выровняют. Наковальня молотком по мне постучит. Ну, дура. Слышь? Слышь? На. Ах ты. На тебе. Я же говорил, не связывайся со мной, дура. Следующий. Небесный, ты типа ангел? Ты, типа, считаешь себя ангелом?
Ну, в принципе, выглядишь ты как клоун. Во, вот так. Ты реально выглядишь как клоун, парень. Иди переоденься. И паспорт поменяй. Так, механик. Механик. А чё механик-то? Не? На, по почкам. Нормально тебе? Нормально. Следующий, последний, давай. О! Слушай, я вот этого пидрилу просто обожаю. С ним реально интересно драться. С ним вот реально интересно. Давай, парень. Чё? Давай, ты сможешь. Ты сможешь меня победить, я знаю. Давай, покажи мне, что ты способен, мальчик. Покажи мне все, что ты способен. Покажи, покажи мне. Покажи, на что ты способен. Не, не хочешь? Не хочешь? Не хочешь показать? Ну тогда лови. Лежать. Неплохо. Мне кажется, что я справился замечательно. Ну, ребят, а давайте теперь напоследочек попробуем пройти нашего бывшего друга, нашего любимого бывшего друга, с которым мы прошли не одну битву. Ну, падла, а чё, ты сцикло, да? Ты сциклом стал теперь? Ты стал стеклом теперь? Ты стеклом стал теперь? Слушай, тень, а я не знал, что ты подсосник. Я реально не знал, что ты подсосник. Я думал, это у Титана. Только Титан сцикло, что прячется за броней. Так ты теперь тоже стал сциклом, таким же, как он. Понятно. Понятно, тень, все с тобой, понятно. На тебе. На. Ау, ау, ау. Тень, ты сцикло, ты знаешь это? Ты знаешь, что ты сцикло, тень? Ты знал, что ты сцикло? На тебе. На тебе, сцикун. Ауч, ауч, ауч. Блин, ну хоть бы девочку постеснялся, а? Падла, что ты такое, нахуй? Чем ты стал, блядь? Ауч. Слушай, ты бы хотя бы лицо показал, чтоб я в него харкнул тебя. Хоть фу. Ну давай, добей меня еще. Ага. То есть тебя победить с собакой можно все-таки. Не, слушай, тебя реально победить можно. Вот только я немножко еще прокачаю скиллуху, и я твои клинки тебе в жопу запихаю, ты меня понял? Ну как тебя можно победить сейчас-то? На. На тебе. А это не я. Ну и чё ты меня в землю-то воткнула?
Ну ты падла, тень, конечно. Падлой ты стал. Реально, я тебе говорю, ты стал падлой, тень. Вот просто прими это как факт. Ты теперь не тень, ты теперь падла. Понял? Ты теперь хуже Титана. Я тебя вообще не уважаю теперь, понял? А еще, мы победим Титана. Я всегда хороший буду, у меня чистый разум. Ты позоришь своего сенсея из прошлой части. Ты его просто опозорил. Хуже тебя никого не было, даже журавль. И тот, который на втором акте. И тот пошел лучше в школу учиться, а ты пошел мир захватывать. А знаешь, почему ты пошел мир захватывать? Потому что ты дурак и ничего не умеешь. Я тебе говорил, переоденься, сходи. И чё? И чё, сходи... Сходи, переоденься. Переоделся? Нет? Ну, чёрт с тобой. Я тебя буду просто тырить, пока ты не поймёшь. На тебе, чё? Ты ко мне? Следующий. Дантист сегодня до 7. Иди. Дантист до 7. Следующий. На. 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 Не, не попал. На. На. О, футбольный мяч. Кайф. Слушай, твоя голова как футбольный мяч. Дай поиграть. А? Или не дашь? Не, не дашь? Ну ладно. О, сейчас чую, по мне постучат. Не? Да. Травмопункт сегодня до 8. Езжай, успеешь. Ой, а ты кто такой вообще? Ты как ты на этого из Mortal Kombat, на Рейдена похож. На. На. Не? Думаешь, не похож? А по-моему, похож. Или не похож? Получил по лицу? За шапку пояснил? Ой, ты как всегда на финалочку. Давай. Слышь, ты по морде-то мне не бей, у меня лицо слишком красивое. Но я тоже могу выстрелить, и чё? Ай! На. Футбольный мяч и... Нет. Нет. А покажи вообще, на что ты способен вообще. Можешь не показывать. Я уже понял. Ты бездарность. Ты просто тупая бездарность. Ладно, ребят, спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Финал Тени выйдет очень скоро. Так что ждите, и я всегда с вами.